И вот такие вот блинчики черный лес у нас получились. Будем готовить на среднем огне. У нас здесь 200 граммов очищенной черешни уже. Столовая ложка тростникового сахара. И 2-3 столовые ложки воды. И вот будем готовить черешню минут 10 на среднем огне. Давайте добавим корицы немножечко. У меня она уже в порошке. Я думаю, будет достаточно. Сейчас перемешаем. И оставляем томиться на среднем огне 10 минут. Вот какая черешня у нас получилась, ребят. Смотрите, сколько здесь сока. Он нам тоже понадобится для рецепта. Теперь можно эту черешню оставить остывать и займемся самими блинчиками. Так, и теперь давайте приготовим блинчики. Здесь у меня 120 граммов муки и 50 граммов какао. Нам нужно это просеять. Нужно еще перемешать вот так вот венчиком, насытить кислородом. И теперь потихонечку добавляем 300 миллилитров молока. Перемежая яйцами, нам нужно 2 яйца. Смотрите, вот немного молока. Теперь вбиваем яйцо сюда. Немного молока. Теперь второе яйцо. И оставшееся молоко. Добавляем 30 граммов сахара. Щепотка соли нам еще нужна будет. И столовая ложка растопленного сливочного масла. Теперь нам нужно тесто накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на полчаса. И отправляем в холодильник. Что у нас последние штрихи остались? Нам нужно приготовить начинку для блинов. Здесь у нас 300 граммов сметаны жирной и столовая ложка сахарной пудры. Нам нужно теперь это взбить.
Так, ну что, ребят, наша сметана взбита. Вот так вот хорошо выглядит, смотрите. Обязательно нужно ее охладить, прежде чем взбивать. И давайте начнем заполнять наши блинчики. Ну что, ребят, вот такая красота получилась. Выглядит очень аппетитно. Я сам процесс сборки уже не снимала, потому что ребенок отвлекал постоянно. И показываю вам уже результат. Вот смотрите, просто мы начинили блинчики сметаной, полили соком от черешни, которым варился. Варилась черешня, в котором. Вот так вот красивенько закрутили, посыпали черешней. Красили листочком мяты. И вот такие вот блинчики черный лес у нас получились. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся!